Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Арестованный экс-губернатор Фургал начал получать письма в СИЗО. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил, что обвиняемый Сергей Фургал начал получать письма. Бывший губернатор Хабаровского края находится под арестом 10 июля. За все это время обвиняемый не получил ни одного письма, так как всю корреспонденцию СИЗО передавала следователям. Друзья, также ранее я вам сообщал, что Сергей Фургал ввел ограничения на передачу себе посылок. Теперь вещи и продукты доставляют только от нескольких человек. Но в список доверенных лиц даже не попал старший сын экс-губернатора Хабаровского края. Речь о письмах тогда не шла, наоборот. Арестованный сетовал на то, что он отрезан от внешнего мира. И вот плотину посланий с воли прорвало. Он получил 15 писем. Он постоянно говорил, что очень благодарен людям за поддержку, которую ему оказывают, за письма, которые он начал получать. Фургал также рассказал, что особенно приятно получать открытки с видом Хабаровского края, сообщил секретарь ОНК Алексей Мельников. Он добавил, что на несколько писем экс-губернатор уже ответил. Также Фургал попросил общественников отвечать всем пишущим ему в Инстаграм. На этом, друзья, у меня сегодня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, появившиеся на канале.